Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение вашему драгоценному вниманию к район. Земля начинает изменять свое устройство. Читает Лора. Сама Земля начинает изменять свое устройство, потому что вы изменяете себя. Кристаллическая решетка накапливала все ваши события и хранила их. Это энергия планеты, и она управлялась чувствами, эмоциями, смертью, радостью и состраданием. Но среди них все эти годы трагедия была королевой энергии. Сейчас я скажу вам о том, как все это меняется. Когда вы меняетесь, Гайя реагирует и тоже становится более многомерной, отражая ваши изменения. Кристаллическая решетка будет запоминать по-другому. Она не будет больше запоминать события линейным образом. Вот что это означает. Добавляясь по мере наступления событий, энергия накапливается слоями. То, что в самом низу, произошло сначала, а то, что в самом верху, произошло в конце. И все происходящее добавляется к линейному и неизменному содержимому. Считается, что эти слои вечны, и изменить их нельзя. А если вы измените уровень важности некоторых энергий в уже существующих слоях? Если вся трагедия, произошедшая в прошлом, потеряет свое значение. Представьте, что решетка отреагирует на это, и весь ужас и трагедии прошлого потеряют часть своей энергии во всех слоях истории. Вы понимаете, что это было бы невозможно, будь время линейным. Линейное время требует статичности и неизменности. Что случилось в прошлом, то и случилось, и точка. Но квантовое время представляет собой круг. Поэтому если правила меняются и меняется что-нибудь в слое, то меняется и энергия всего круга. Если бы квантовые изменения решетки были возможны, могли бы вы изменить прошлое? Ответ отрицательный. Прошлое для вас линейно, но вы можете изменить свое восприятие того, как оно запоминается. И отчасти кристаллическая решетка делает именно это. Перекалибруется на уровне прошлого, настоящего и будущего. И это само по себе изменит планету.